Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру в центре Махмутлара в хорошем проекте со всей инфраструктурой. Здесь вот у нас огромный балкон, застекленный. Сторона восточная, также северо-восточная. В той стороне у нас башня часов Махмутлара. Проект был сдан 8 лет тому назад. Продается напрямую от собственника. Вида такого большого нет. Качественный проект. Продается под ключ. Сейчас. У нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Так, откроем здесь. А это здесь 255 лев. Велосипед хозяйка заберет. Телевизор фирмы Бека. Кондиционер фирмы Термо. Два санузла и один огромный балкон. Бытовая техника вся у нас Бека. Мраморная столешница. Первый санузел. Тут кладовка, то есть шкаф. Стоит проточный водонагреватель фирмы АЭК. И тут стиральная машинка. Здесь у нас первая спальня детская. Так. Кондиционер фирмы Термо. Квадратных метров здесь где-то 10-11. Тут хозяйская спальня. Она где-то у нас 14-16 квадратных метров. Не маленькая. Стоит платяной шкаф. Это Fujitsu Termo, кажется, кондиционер. Да, Fujitsu Termo. Второй санузел хозяйской спальни. Сюда также можно установить телевизор. Также выход на этот большой застекленный балкон. Спущусь и покажу вам инфраструктуру, также фасад здания. Вышел я из квартиры, вот такой здесь коридорчик. Лобби. Два лифта. Вместим 6 человек. Этаж здесь четвертый. Спустился я на лобби. Здесь у нас детская игровая комната. Как мне сказали, здесь работает очень хороший консьерж. 7 дней, 24 часа отвечает на звонки, помогает всем во всех вопросах. Доверенный по всему. То есть. Так. Здесь крытый бассейн. Как туда зайти? Детская игровая площадка также у нас позади. Беседка. Вторая. Большой бассейн с горкой. Вот фасад здания.
качественный проект. Ага, зона барбекю. Сейчас найду. Там качели. Видно, что ухоженный проект здесь. Вовремя и деревья поливают, и цветы. Да, я замечаю, что все ухожено. Фитнес-салон сейчас покажу вам. Фитнес-зал. Где сауна? Сауна, сауна. Да, хамам, сауна. Вот. Это сауна. Когда она работает, не добавляйте воду в печи. Так, сауна. Душевые кабинки. Турецкий хамам. Вот как мокро, значит работает все. Вот видишь, надо капать. И тут зона отдыха. Ладно. Тут массажная комната. И все. Там ключи были. Дорогие зрители, цена этой квартиры 140 тысяч евро. Без торга. Напрямую от собственника. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район, центр Махмуд-Лара. Всем пока-пока.